Как спасти протяжку от обмеления? На заседании думских комитетов обсудили возможные пути решения проблемы очистки городских водоемов. Затянувшийся ремонт. На какой стадии находится работа в 10-й школе и 44-м детском саду? Молодым семьям Сарова вручили сертификаты на приобретение жилья. Озеро Протяжное – одно из самых популярных мест отдыха островчан. Его состояние вызывает беспокойство жителей города уже несколько лет. Весной этого года там случилась настоящая экологическая катастрофа – массовая гибель рыбы. Тогда, по мнению опытных рыбаков, замор произошел из-за обмеления водоема. Когда были зимой, лед бурили, смотрели, в общем, лед порядка 80 сантиметров, под ним сантиметров 10-15 воды, в которой гниет водоросль. Вот, собственно, как любой процесс гниения, из воды выбирается весь кислород, и рыбе нечем дышать, соответственно, она погибает. По словам жителей города, за полгода экосистема озера не улучшилась, и нужно срочно решать проблему восстановления водоема. В первую очередь провести очистку. С такой просьбой представители общественных организаций обратились к депутатам. Протяжка постепенно умирает, в полном смысле этого слова. То есть на сегодняшний день уже купаться стало неприятно, потому что когда ты плывешь, водоросли по тебе шуршат, как будто змеи. Как пояснила Людмила Шлепугина, монастырский пруд Протяжка – государственный памятник природы регионального значения. Это значит, что любые вопросы, связанные с очисткой водоема, нужно решать через Министерство экологии Нижегородской области. То есть единственное, что мы можем двигаться по этой проблеме, взаимодействовать с Министерством экологии и биться во все двери, чтобы включили нас в соответствующие программы субъекта. Очистка озера Протяжное. Одной из проблем зарастания протяжки общественные представители назвали неправильно установленный слив на плотине. Вода спускается сверху, а должна вытекать снизу. Эта конструкция относится к гидротехническому сооружению и находится в ведении муниципалитета. Но речь идет об исследовании состояния водоема, разработке комплекса мер по улучшению его биологического состояния. Это же микроорганизмы, понимаете? То, что там четко нужно очистку от травы делать, действительно, может быть, за рыбу проводить. Это сегодня жестко в комитете Министерства экологии Нижегородской. Ну, то есть, если, например, одной из рекомендаций в результате исследования будет, что нужно действительно вот этот слив переделать и сделать его не верхним, а нижним, то мы можем уже это сделать. Депутаты приняли решение рассмотреть вопрос об очистке протяжки в начале декабря на отдельном совещании. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Настоящий подарок получили молодые саровские семьи в преддверии Нового года. В администрации им вручили свидетельство на получение жилищной субсидии, реализовать которые они должны будут в начале декабря. Так что у 16 семей есть все шансы встретить Новый год в новых квартирах. Министерство социальной политики по обращению главы администрации увеличило финансирование. Большую часть забрал город Саров, и это 16 семей. Получается, у нас, когда формировался список на 2019 год, все семьи, которые заявлялись, они в этот список попали и получили свои выплаты. В этом году администрация выдавала свидетельство трижды. Их получили 37 семей. Всего за 10 лет работы программы в Сарове выдали более 400 документов на получение социальных выплат для приобретения жилья. В актовом зале администрации обычно обсуждаются серьезные политические вопросы. В этот раз речь чиновников звучала на фоне детского лепета и смеха. Вместе с родителями получать сертификаты пришли малыши. Если ребенок родился с момента формирования списка, то есть 1 июня 2018 года до момента перечисления денег, то он в следующем году на него государство выйдет еще дополнительную выплату, и семья будет охвачена в полном объеме средствами. Программа «Молодая семья» продолжает работать, и уже сейчас формируются новые списки семей, не имеющих жилья, с перспективой выдачи сертификатов в последующие 3 года. Подробную информацию можно узнать по телефону 9-77-51. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Детский садик номер 44 и школа номер 10. Открытие этих учреждений с нетерпением ждут маленькие саровчане и их родители. Сдачу объектов строители неоднократно переносили. Так успеют ли подрядчики доделать капитальный ремонт до Нового года? Закончить работы в детском саду «Родничок» подрядчик должен был в конце сентября. Позже срок сдачи перенесли на октябрь, потом еще на месяц. Задержка – результат проблемы с финансированием, уверяют строители. До завершения ремонта осталось совсем немного. Выполнено 90%.
всего объема работ. Второй этаж уже готов. На первом работы продолжаются. Строители доделывают лестничные пролеты, красят стены и устанавливают сантехнику. В обновленном детском садике малышей будут ждать современный бассейн, укомплектованный кухонный блок и прачечная, уютные комнаты. Снаружи установлены новые игровые и спортивные площадки. Рабочие укладывают асфальт. Подрядчик обещает сдать учреждение в конце ноября. К открытию родничка готовятся и дети, и взрослые. На данный момент строители заканчивают наружные работы, что-то там внутренние работы. Ну, а мы занимаемся тем, что встречаем машины с мебелью, с детской мебелью, с офисной мебелью. Уже привезли детские кроватки, матрасики новые. Весь второй этаж уже мы, родители, отмывают группы, помогают нам. Субботники коллектив организовал. Вот, поэтому очень надеемся, что в скором времени мы сюда переедем. В стенах 10-й школы тоже кипит работа. Строители выкладывают напольное покрытие и красят стены. Продолжают проводить электричество, ремонтировать санузлы. Почти готовы спортивный зал, столовые, кабинеты и большинство коридоров. Что касается наружных работ, здесь уже занимаются брусчаткой и газонами. В ближайшие дни на территории начнут укладывать асфальт. Ремонт 10-й школы строители планируют завершить до конца года. Будем надеяться, что сроки не перенесут снова. И обновленные детский сад и школа будут настоящим новогодним подарком для детей нашего города. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Теперь жители 22-го микрорайона смогут выполнять упражнения разного рода, готовиться к сдаче ГТО и поддерживать себя в форме в одном месте. Представители Министерства спорта Нижегородской области и администрации Сарова вместе с чемпионкой мира по пауэрлифтингу Анной Архиповой разрезали красную ленту новой спортивной площадки нашего города. Тренировочный комплекс стоимостью свыше 3 миллионов рублей включает в себя скамью для пресса, тренажеры жим лежа и жим от плеч, брусья для воркаута, рукоходы, шведскую стенку, велотренажеры, степпер, зоны для баскетбола и настольного тенниса. Тренажеров порядка 16 штук, которые все направлены именно на развитие общей подготовки. Также площадка сертифицирована под сдачу норм ГТО. Есть две мишени для инвалидов. Хотелось бы, конечно, чтобы эта площадка стала именно центром притяжения для разных групп населения, для разных возрастов. Егор Черных вместе с друзьями 2 года занимается воркаутом. Среди них есть как опытные, так и начинающие спортсмены. Молодые люди активно участвуют в городских и областных соревнованиях. Специализированная площадка позволит привлечь еще больше людей в занятия уличной гимнастикой. У нас достаточно развитая компания воркаута. То есть мы собираемся с друзьями и занимаемся спортом. У нас есть лидер собственный. И мы сейчас соревнуемся с Нижним Новгородом. Площадка для воркаута – это очень хорошая возможность потренироваться для жителей нашего города. Тренировочный комплекс не случайно разместили в 22-м микрорайоне. Территория активно застраивается и появляется необходимость в доступных спортивных объектах для молодых семей. По нашим наблюдениям, это все-таки молодые семьи. И ребята, которые молодые здесь проживают, они действительно активно используют эту площадку. Даже еще до момента, пока мы не прирезали ленточку, она уже использовалась. Но и в перспективе все-таки у нас зарезервирован здесь участок под ФОК. Поэтому мы надеемся, что это будет, ну, одна из востребованных действительно горожанами площадок. В будущем году департамент городского хозяйства планирует дооборудовать площадки системами освещения и видеонаблюдения, обеспечить свободным доступом к беспроводному интернету. В рамках нацпроекта «Демография» при поддержке Министерства спорта Нижегородской области на территории будут проводить бесплатные семейные тренировки и воскресные зарядки с опытными спортсменами. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Теплый ночлег, еда, забота и ласка. Всего этого у Эни и Геры могло не быть. Саровская семья нашла щенков во время рыбалки в Воскресенском районе у реки Луктос. Собаки лежали в пакете. Владельцы пушистых малышей связали их веревкой и оставили на берегу. 3 новорожденных щенка, связанных какой-то веревкой. Ужасно голодных, облепленных мухами. Я так понимаю, что готовили их к самому худшему, что можно было. Но, видно, не донесли до реки и бросили так. И люди, конечно же, уже было не до рыбалки, свернулись, приехали домой и из пипетки и выхаживали их.
То, что маленьким питомцам удалось выжить – настоящее чудо. Сколько они пролежали в пакете без еды и воды, никто не знает. Неравнодушные саровчане помогли щенкам окрепнуть, но возможности содержать их дальше у семьи нет. Так собаки оказались в ветеринарном центре, где одна из малышей-дворняжек уже нашла своего хозяина. Позвонил молодой человек и сказал, что он уже присмотрел по фотографиям щенка и готов забрать. Мы, это автономная некоммерческая организация «Подари жизнь», берем на себя стерилизацию. Сейчас щенки проглистогольные готовятся к вакцинации. И по достижении возраста, либо они будут когда у нас находиться, либо уже у новых хозяев, стерилизацию мы берем на себя. Волонтеры пытаются сохранить жизнь и найти новых хозяев для десятков животных. Проблема бездомных питомцев возникает из-за безответственного подхода людей, считает руководитель ветеринарной клиники. Если вы не хотите их разводить, и они не предназначены для разведения, пожалуйста, в раннем возрасте стерилизуйте, кастрируйте. Ведь все те бездомыши, что живут на улице в нашем городе, это наш продукт. Наш продукт. Это те, которых мы вынесли из своих домов или, может быть, выкинули. Энни, Гера и остальные питомцы ждут новых хозяев и готовы подарить им всю преданность и ласку. Получить подробную информацию и забрать животных можно в ветеринарном центре по адресу улица Зернова, дом 65. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Романтика студенческих и комсомольских строек знакома молодежи 21 века по советским фильмам и рассказам тех, кто принимал в них участие. Но Максим Тихонов уверяет, что с тех далеких времен практически ничего не изменилось. Все так же летом после сдачи экзаменов студенты трудятся на строительных объектах страны. Вот уехал первый отряд из МГУ, так до сих пор все, что было в Советском Союзе, все осталось и у нас. Конечно, есть какие-то преобразование, преображение, так как время уже другое, но песни поем тем же. Максим – комиссар отряда обороны. За его плечами уже не одна стройка. Куртка студента усыпана значками и нашивками. Значками они обмениваются с участниками других стройотрядов, а нашивки им выдают после успешного завершения целины. Так сейчас называют трудовой семестр у студентов, когда после сдачи экзаменов они трудятся на строительных объектах. В этом году Максим работал на производственном объединении «Маяк» города Озерска. В июле мы занимались планировкой земли, а в августе мы занимались гидроизоляцией фундамента здания. В Саровском физтехе два студенческих отряда – строительный отряд обороны и педагогический «Адастра». Координирует их деятельность хрупкая девушка Ксения Лебедева. Приехав в Саров, я горела идеей отрядов и захотела тут создать сначала педагогический отряд, потом как-то подхватился строительный отряд, а потом уже и штаб. Как-то по нарастающей все это произошло. С момента создания стройотряда прошло чуть больше года. За это время бойцы отработали две целины в разных регионах страны. В 2018 году был создан наш отряд, студенческий строительный отряд «Оборона». Мы работали на Смоленской электростанции электромонтажниками второго и третьего разряда. Производили монтаж и демонтаж металлоконструкций, а девочки маркировали кабель. Помимо работы на стройках, студенты участвуют в слетах студенческих отрядов, где они подводят итоги трудовых семестров, награждают активистов и обмениваются опытом. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Заключительным мероприятием учебных сборов для одаренных детей в Заречном стала 12-я российская открытая научно-практическая конференция «Юность, наука, культура, зато». От третьего лицея в направлениях химии, физики, математики и биологии свои исследовательские работы представили 4 ученика. Вообще, я очень интересно, вот такая работа исследовательская, когда что-то решаешь сам, находишь решение каких-то важных и достаточно интересных вопросов. Дмитрий Павлунин утверждает, что исследование, которое он проводил в своей работе о методах решения линейного уравнения, можно будет применять на атомных электростанциях, космических летательных аппаратах, в том числе на спутниках. Эксперты высоко оценили его работу и наградили дипломом лауреата первой степени. В этом году я хочу эту работу еще дополнить.
Ну, то есть сейчас это была достаточно идеализированная модель, но сейчас ее можно, ну, вот как раз повысить уровень этой работы и добавить более подробно, и более подробно над ней поработать. Еще один диплом лауреата первой степени добавил в копилку саровской команды Владислав Мартынов. Он выступал в секции физики. Анна Лычегину удостоилась диплома участника. Десятиклассник Иван Артамонов помимо первого места привез в Саров приз за самую лучшую работу. В своей работе я предлагаю инновационный подход к биоиндикации. Это, в принципе, уточняет вообще определение благополучия лесной экосистемы и позволяет стране направить ресурсы на восстановление какого-либо пораженного участка. С помощью методики, разработанной Иваном Артамоновым, можно будет точнее определять пораженные участки экосистемы после антропогенных воздействий и катастроф, и затем восстанавливать ее. Для реализации моего метода был разработан математический аппарат, мной разработан. Он использует методы математической статистики. Это позволяет сделать его точным на 95%, что точнее аналогов примерно в 3 раза. Учебные сборы для старшеклассников созвездия будущих гениев Росатома традиционно проходят в осенние каникулы в пензенском городе Заречном. В этом году участниками лаборатории секции занятий стали школьники из нескольких российских городов. Главная цель – это развитие у старшеклассников творческих способностей, популяризация научных знаний среди молодежи и подготовка к предметам олимпиадам различного уровня. Елена Грицкова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Композицию «Аллилуйя» ученики заслуженного работника культуры России Нелли Асадзе исполнили в честь ее 80-летия. Нелли Романовна 56 лет проработала в ДШИ имени Балакирева, была главным методистом и преподавателем по классу фортепиано. Соня Азен занималась у нее 10 лет. Девушка получила от педагога бесценные советы, которым следует до сих пор, и передает эти знания уже своим ученикам. Это человек, который меня сформировал в профессиональном плане, и она... Переоценить ее значение в моей жизни невозможно, потому что даже когда сейчас я работаю, и сейчас я занимаюсь и сама, и с детьми, там, когда я пытаюсь сама кому-то донести какие-то основные принципы, я постоянно чувствую ее... комментарии. Любовь к искусству и особую технику игры на фортепиано Нелли Асадзе передала своим ученикам. Большинство из них связали жизнь с музыкой и стали ведущими преподавателями по классу фортепиано в школах искусств нашей страны и за рубежом. На протяжении всего жизненного пути Нелли Романовна остается для учеников главным наставником. Благодаря Нелли Романовне я полюбила музыку, и музыка стала моей профессией, о чем я, ну, никогда в своей жизни не жалела. Ее знания, опыт, умение подать как-то все нам, преподавателям, которые нуждались в ее помощи. Нелли Романовна – талантливая пианистка, поэт и автор работ по произведениям Баха и Гайдна. На праздничном вечере преподаватели ДШИ имени Балакирева прочитали несколько стихотворений из ее сборника, после чего отправились навестить и лично поздравить преподавателя. Добрый вечер. Меня зовут Ольга. Я хочу сказать... С этих слов начинается одноименная программа, которая выходит на канале 16 уже второй сезон. Ведет передачу наш корреспондент Ирина Вышегородцева. Она всегда готова выслушать вас и поддержать разговор. Участником съемок может стать кто угодно. Главное условие – желание донести какую-либо информацию до саровчан. Это уникальный, это самый здоровский проект, в котором могут поучаствовать все, от мала до велика. Здесь можно разговаривать на совершенно разные темы, рассказать, например, о дорогах, какие сделали красивые, невероятно крутые дороги. Здесь можно рассказать о чтении книг, то есть какую вы книгу прочитали в последнее время. Можно рассказывать о здоровом питании. При этом не обязательно говорить о чем-то серьезном. Каждый может передать привет членам своей семьи, поздравить друга с днем рождения, признаться в любви на весь город. Никаких ограничений по тематике, времени и форме публичного выступления нет. Здесь можно говорить обо всем и сколько угодно по времени. Если с вами никто дома не разговаривает, вы можете прийти ко мне сюда в понедельник с 5 часов и просто со мной целый час на камеру поговорить. Пользуясь случаем, я как оператор канала 16 передаю своим коллегам привет и приглашаю вас принимать участие в программе «Хочу сказать».
Если есть что сказать, не стесняйтесь и делайте это. Наша съемочная группа ждет вас каждый понедельник в ТЦ «Атом» с 17 до 18 часов. Дарья Козина, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Сергей Трофимов выступает в Сарове не первый раз. Певец отметил, что город со времени его последнего визита стал более красивым и благоустроенным. И вот снова со сцены драматического театра звучал его баритон. Музыкант пел о социальных сетях, межнациональных отношениях, о жизни простого человека и, главное, о любви. Сбой, красавица, как вернуться по листе соловьи, чтоб душа моя без британица не пропала без тебя. Для кого-то он шансонье, для кого-то рокер или бард. Трофим же определяет свою музыку как постмодернистский урбопанк. Бесспорно одно – качественный звук и особая дружеская атмосфера – обязательные элементы его концертов. Дома ждет жена и хочет жить красиво. Попробуй, не подмажь, сорвется с тормозов. И почему-то мне от этого тоскливо, к тому же, как на грех. Сергей исполняет авторские песни и пишет их для других знаменитостей. Процесс создания текста и мелодии увлекает артиста. По его словам, это как конструктор, из которого потом складывается композиция. Вдохновение Сергей Трофимов черпает из классической музыки и занятий спортом. В последнее время, чтобы настроение поднять, слушаю Сергея Васильевича. Возраст, просыпаются какие-то консервативные предпочтения. Зрители услышали новые песни, у которых еще даже нет названия, о мечте и смысле жизни, а также с удовольствием подпевали давно знакомым композициям. Отпускали саровчане артиста долгими аплодисментами. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». О том, как заинтересовать подрастающее поколение социально значимой работой, как помочь детям развить лидерские качества и адаптироваться в среде активистов, рассказали в своих проектах участники конкурса «Новое поколение 21 века». Свои идеи представили как опытные, так и начинающие руководители детских и молодежных общественных объединений города. Алена Галкина всего год работает в роли старшей вожатой. За это время девушка разработала ступенчатую программу обучения подростков. Первая ступень обучения называется «Узнай сам». То есть дети узнают нормативную правовую базу детской организации и приходят на вторую ступень. На второй ступени они уже узнают, то есть они уже не узнают, они уже учат других, то есть они уже учат других проводить какие-либо мероприятия в нашей школьной жизни. Руководители детских и молодежных объединений с помощью инфографики представляли свои программы и отвечали на вопросы в формате дебатов. Жюри оценивало содержание и актуальность проектов с учетом современных трендов. Они показали достаточно высокий уровень знаний по работе с детскими общественными объединениями. Ну и я думаю, что с прикладными умениями в этой области у них тоже все получается. Спасибо вожатым, которые выросли, это заметно. Победители муниципального этапа конкурса «Новое поколение 21 века» объявят 19 декабря в рамках фестиваля «Бумеранг». Они представят наш город на областном уровне. Олег Корчагин принимал участие в конкурсе «Новые имена» в течение нескольких лет. Каждый раз юный пианист привозил оттуда призовые места. Но в этом году он поставил перед собой цель не просто войти в десятку лучших музыкантов области, а стать одним из победителей фестиваля и выступить на сцене с академическим симфоническим оркестром. Для того, чтобы достичь своей цели и выйти на сцену Кремлевского концертного зала Нижегородской филармонии, Олегу предстояло пройти два тура. На первом жюри конкурса проводили тщательный отбор. Лучшие из лучших попадали в финал. В отборочном туре было 19 концертов с оркестром. Ну, все играли с концертмейстерами своими. Из них отобрали четверых. Вместе с академическим симфоническим оркестром Олег исполнил концерт Бетховена «Первую часть». Выучить произведение юному пианисту не составило большого труда. Гораздо сложнее было побороть свои страхи и выйти на сцену. Конечно, волнительно было первый раз, когда я играл. Вот. И оркестр играет очень громко. То, что на записи не передается все эти ощущения, которые
складываются, когда ты сидишь рядом с оркестром, а он гремит своими инструментами. Более 20 лет фестиваль открывает миру целые созвездия имен нижегородских дарований, которые после становятся именитыми музыкантами. Ребята побеждают на престижных международных конкурсах, выступают на различных фестивалях со знаменитыми дирижерами и коллективами, а также гастролируют в России и за рубежом. Создается впечатление, что это настоящие малыши. Куклы в технике Реберн отличаются от живого младенца только неподвижностью. Корпус игрушки сделан из винила, волосы из тончайшего махера, а глаза из стекла. Куклы ручной работы стали частью экспозиции Музея народной игрушки. Там открылась новая выставка. На выставке представлены работы мастеров нашего города. Все они живут у нас в городе Сарове, занимаются творчеством в самых разных направлениях. Выставка получилась очень разнообразная, интересная, но в то же время легкая, которая не только познавательная, да, в плане рукоделия, но еще просто навевает хорошее настроение, потому что куклы переносят нас в мир детства, в мир радости, волшебства, чего-то такого теплого, уютного и очень комфортного. Здесь у каждой куклы своя история. Вот, например, Адель нашла своего друга-зайчика на чердаке своего дома. А куклы Аллы Цеповой уже живут в своем доме. И встретились они только на выставке. Ни одна кукла на выставке не повторяется. У каждой индивидуальные черты лица и свой характер. Мастерицы делают игрушки в самых разнообразных техниках. В экспозиции представлены более 100 кукол. Интерьерные, текстильные, вязаные, картины. Каркасные. Также еще целое направление очень широко представлено – это народная кукла. Она с авторскими отступлениями, а также вот чисто в народных традициях. Обережные, обрядовые и сувенирные куклы в народном стиле. Выставка «Такие разные куклы» продлится до 9 декабря. Посетить ее могут все желающие с 10 до 18.00 без возрастных ограничений. Более подробную информацию можно получить по телефону 664-94. Он различает свет, темноту, видит очертания людей. Детали может рассмотреть на очень близком расстоянии. Виктору Седову 31 год. Зрение он потерял, когда ему было 8 месяцев от роду. В мире, где 90% информации люди получают через глаза, слепому и слабовидящему человеку непросто приспособиться к быстро меняющимся условиям. Получилось так, что я встретил на своем пути определенных людей, которые мне помогли тоже адаптироваться. Из ограниченного круга специальностей, который может освоить слабовидящий человек, Виктор выбрал профессию массажиста. Почти 10 лет он помогает людям восстанавливать здоровье после болезней или физических нагрузок. В планах у него добиться успеха в этом направлении. Саморазвитие в данном случае как раз-таки развитие идти вперед, развитие тоже самое в социуме, в обществе. По статистике, большинство людей, потерявших зрение, редко покидают свои дома, не работают и живут на пенсию по инвалидности. Виктор считает, что это связано с тем, что городская инфраструктура не приспособлена для слепых, и им сложно ориентироваться в пространстве. Например, на зданиях не хватает табличек со шрифтом Брайля. Да, в этом городе раскрашены, конечно, пешеходные дорожки, но они не покрыты специальным настилом резиновым, то бишь, если ты идешь, например, с тростью, да, какой-нибудь человек с тростью, он должен хотя бы минимально нащупать, где находится данный переход. Для того, чтобы общество обратило внимание на проблемы слабовидящих людей, был создан Международный день слепых. Всемирная организация здравоохранения выступила с такой инициативой 35 лет назад. Дату 13 ноября приурочили ко дню рождения Валентина Гаюи, создателя первых школ для слепых. В первом периоде спортсмены хоккейного клуба «Саров» смогли сразу распечатать ворота «Ракеты». В начале второго игрового отрезка молодежная команда сравняла счет, но ровно через минуту получила ответный гол, а потом и еще один. Итог матча 3-1. Нашим звеном вроде все получалось, но немного не получалось раскаты, потому что мы вместе не играем в звене, мы только сейчас, потому что многие уехали с четвертым-третьим годом играть. Вот. У нас мало человек осталось, 7 человек всего лишь. Мы как могли, так и боролись. Первый период было тяжело, потом как-то собрались и стало полегче, продыхали. Ну, два пятака тяжелее играть. Товарищеский матч между командами «Саров» и «Ракета» проходит традиционно. Хоккеисты проверяют свои силы, выясняют готовность всех игроков к предстоящему сезону, определяют слабые места в игре команды и вырабатывают оптимальную тактику защиты и нападения. С
состоялся матч удачно. Мы выиграли 3-1. Просто не реализовали некоторые моменты. Так все в целом прошло успешно. Это была как бы предсезонная такая игра. Ребята уже 2 месяца играют в своей лиге. Мы в следующие выходные начинаем на выезде. В набор едем. Будем играть по высшей лиге. В первенстве Нижегородской области по хоккею среди мужских команд саровчане принимают участие не первый раз. Ранее они боролись за звание чемпионов в областных соревнованиях в составе клуба «Саров-Инвест». В прошлом сезоне любительская ледовая дружина заняла 4-е место в высшей хоккейной лиге региона. В этом году у них особый настрой на матче. Мы тренировались 3 недели где-нибудь. Месяц, может. Плотно тренировались, готовились. Будем стараться выиграть, радуясь своих болельщиков. Всех приглашаем. Первую игру в рамках высшей хоккейной лиги области саровские спортсмены проведут на выезде 16 ноября на Барон. А 30-го на своем льду они скрестят клюшки с действующим чемпионом области командой из Таншаева. Посмотреть расписание и итоги игр можно в группах ВКонтакте «Хоккейный клуб Саров» и «Нижегородский областной хоккей».